Региональная прокуратура провела проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Ивановской области. Громкие страшные трагедии, в том числе и в Иванове на улице Минской, никого не научили и не напугали. Нарушения выявлены практически во всех звеньях цепочки, которая отвечает за безопасность. Деятельность органов государственного и муниципального жилищного контроля в исполнении обязанностей управляющих и специализированных организаций. Так, в Кинешме гражданину отказали в проведении внеплановой проверки по обращению, содержащему сведения об угрозе причинения вреда жизни и здоровью. По данному факту в адрес мэра внесено представление. Всего прокурорами по итогам данной проверки внесено 60 представлений об устранении нарушений требований законодательства. Возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 7 виновных лиц привлечено к административной ответственности. Остальные меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.